скучаем. И я, Лера Борисова. Сидите дома, скучайте. У вас плохое настроение? Сейчас я вас развеселю. Слушайте стихотворение Владимира Щебзухова «Наездница». Уверена, оно вам понравится и запомнится. На папиной шее расселась Танюша, на даче одной, без подружек, ей скучно. Давай-ка мы, папа, от этой стоянки проскачем до озера через полянку. Рад папа, что дочка на шее его пустился отскакать со своим иголком. Однако до озера лишь доскакал, признался Танюша, что очень устал. Сочувствуя дочка его, понимая, что очень устал ты, конечно, я знаю. Не стану тебя никуда больше гнать, поскачем с тобой на стоянку опять. Всем пока! Слушайте стихи вместе с